Аня, у меня есть еще один комментарий. Можно? Я очень быстро. Здесь есть еще один момент. Никто не говорит о навязывании. Мы не будем вводить, и мы не будем стартовать реформу с полным переходом на латышский язык. Так нельзя. Почему? Пожалуйста. Но давайте мы будем доверять школам и доверять все-таки профессионалам. Допустим, где право выбора? Я знаю очень много родителей, которые с удовольствием отдадут детей в латышские программы. Во! Но я знаю также и родителей, которые при возможности выбрали все-таки постепенный переход на латышский язык. И это тоже во. Но почему нельзя сохранить и программы нацменьшинств, даже в том варианте, в котором они идут сейчас? И, пожалуйста, дайте школам возможность лицензировать программы только на латышском языке. Я первая залицензирую, кстати, уже готовится к лицензированию. Да, дайте свободу выбора. Я как родитель хочу, и ребенок идет в латышскую программу, я как родитель все-таки хочу попробовать начать с мультилингвизма и потом постепенно ввести его в среду. Это разные подходы, и это все нормально, это окей. Единственное, чего у нас не хватает в стране, это доверие. Всеобщего доверия всем и всякому.